Велодром Октябрьский встречает участников чемпионата и первенства Сибири по BMX. По извилистой трассе в погоне за медалями колесят и мячи спортсмены из Ангарска и Братска. Для того, чтобы выявить виртуозов велосипедного спорта, у участников турниров есть 2 дня. После соревнований Сибирского, вот, первенства Сибирского федерального округа отбирается команда для участия в первенстве России, который проходить будет в Пензе 24-26 июня. Для того, чтобы пройти отбор и представлять наш регион на соревнованиях более высокого уровня, спортсмены готовы крутить педали ежедневно и не по 1 часу в день. В этом виде спорта, собственно, как и во всех остальных, без труда не поднимешься ни на 1 победный пьедестал. Сегодня соперничают в хроногонке. У каждого свой план на победу. Чтобы набирать скорость, надо на заднем, либо прыгать горки какие-то. Повороты тоже входить плавно, желательно не сильно резко, чтобы не упасть. Помимо хроногонки, ребята соперничают в эстафете. 4 человека в команде. От каждого зависит общий успех. Конкуренция присутствует. BMX сейчас популярен среди молодежи. Очень много людей, обычных BMX-ников, любят велосипеды. А велосипеды – это не только экологичный транспорт, но еще и развитие ног. Награды первенства и чемпионата Сибири спортсмены разыграли. Победители пакуют чемоданы и едут дальше, уже на турнир более высокого уровня. И в это лето главные состязания по BMX, в том числе и для мячей, пройдут в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде впервые в истории выступит BMX-гонщик из Омска. Уроженец нашего города Евгений Комаров вошел в состав национальной сборной и теперь поборется с сильнейшими BMX-ерами планеты.